Дорогие друзья, всем привет! Я решил оперативно всех персов прокачивать на 500, потому что, когда я создал этот проект, добавили еще два новых персонажа в игру. Это 8 бит, и скоро добавят новую Легу, Эсмеральда, или как там, Зинеида. Я серьезно не помню, как там этот называется Лего. Ну, в общем, вы поняли, да, скоро будет новая легендарка в игре. И, блин, я не успеваю апать персов, как добавляются новые. И мне и так надо всех персонажей выбить, это нелегкий процесс. Потом еще их всех поднять на 500 кубков, это тоже немало времени забирает. Поэтому сегодня я апаю Пайпер. И сегодня на стриме, ребята, у нас будут результаты конкурса на Леона. Кто хочет поучаствовать, еще последняя возможность, ребята, поставить лайк, подписаться на канал, подписаться на мой инстаграм по ссылке в описании. А более подробные условия посмотрите вообще в ролике про конкурс. Там оставить нужно комментарий, что вы участник конкурса. И сегодня мы выберем победителя. Также приходите на стрим, я буду еще, не знаю кого, сами проголосуйте, кого апать на 500. А сейчас, ребят, посмотрим рекламную паузу. Я пошел в бой, мне 20 кубков надо на Пайпер. Поехали, друзья. Так, давайте сразу, без поражений, без всяких там пятое место, шестое. Сходу взял топ-1 и едем дальше, друзья. Блин, так жалко, вчера был коктейль. И я пропустил этот режим. Блин, и опять же, да, заметили, что как только куда-то я уезжаю, всегда обнова какая-то выходит. Типа... Блин, я уехал ровно на один день и выпустили Brawl Talk. Ну ладно, я обнову точно не пропущу, никуда ближайшую неделю не поеду, пока не выйдет обнова. Просто я не понимаю, как это происходит, почему это именно совпадает с моими отъездами. Я мглянусь, я специально никуда не уезжаю, узнаю о том, что обнова, да, и куда-то валю. Нет, просто всегда так получается, это невозможно спланировать, блин. Ну, короче, ладно. Обнову, надеюсь, я эту не пропущу. Ребята, как вам новый, кстати, боец легендарный? Блин, как она там? Зинаида? Зинаида? Не Зинаида? Ну, короче, я знаю, что там новый боец. И, кстати, там он, а не она. Пиндык, и меня нет. Ну, падла, там невозможно было уйти. С его этой. Минус 2, серьезно? Такие... Такое бодрое начало и минус 2 кубка. Серьезно, поехали дальше. А, блин, как же этот персонаж называется? Сейчас вспомню. Сейчас где-то, может, написано тут. Не написано. Блин, где Биби? Как мне уйти теперь? Чикс, Чирикс, Чикс. Отвали. Отвали. Нет, ну ёпаломать. Почему все так происходит? Почему на видео всегда такие ужасные катки? Почему? Поехали, бой. Все. Новый легендарный персонаж. Да как ты называешься, блять? По-любому в комментах вы уже написали, но... Короче, вот эта тёлка, мини-Леон. Хотя это он, по-моему. Да, это он. Мини-Леон там со стелсом. Ну, пока непонятно, пока не поиграешь. Надо поиграть. Короче, не знаю, обнова должна быть в... Понедельник, вторник, ну максимум среда, наверное, я не знаю. Точной даты я не слышал, я лишь узнавал у людей, которые мне говорили. Как этот бравлер так гребаный называется? Сэнди, во! Ха! Эсмеральда, блин, ну ладно. Сэнди, так это он? Сэнди, как будто она. Вроде говорят, это он. Ну ладно. Вот, естественно, я разыграю нового персонажа, кто хочет его получить в числе из первых себе на аккаунт бесплатно. Подписывайтесь заранее на мой канал, на мой лайв-канал, ссылка в описании, и на инстаграм. Заранее выполните это, и когда я буду разыгрывать его, вы, может, выиграете, сами того не понимая. Вот. Ну, когда он выйдет, конечно же, пока непонятно. Но ждем, новый режим, короче, нас там ждет. Короче, я жду обнову, на самом деле. Уже бы давно пора. Так, давай, бык. Налетай на меня. Так. Ой, какой предсказуемый у нас боец. Бляха-муха. ПМ. Тихо, не убивай меня, ПМ. Блин, если я сейчас эту катку солью, я не знаю. Это просто трэш. Так, мне надо тогда ПМ пробивать. Потому что бык не под... Бляха-муха. Ты пошел вон. Есть, у меня хотя бы ульта есть. Чпок. Да блин. А, зажимают демоны.
Да иди бей эту быка, блин, а не меня. Есть. Так, хорошо. Тихо. Да ё-моё, я... Как я выжил? Капец. Тихо, живем. Нет, только не на меня метеориты. Да собака. Бля, на меня тупо метеориты. Да метеорит грёбаный, вообще тяжело. Плюс 6 всего лишь. Итого мне еще 17 кубков. Поехали в бой. Что-то прям не прет на видос, реально. До видоса я вообще идеально катал, все было хорошо. Без всяких челленджей, без всяких этих, да, мотивационных заданий себе. Серьезно, блядь. Сколько она влупила мне? Так, а сколько хп у меня? У нас одинаковые шансы, плюс-минус. Так, есть. Собака, 1700. И это еще не с максимального расстояния. А! Давай, иди сюда. Опа. Не могу я так играть. Почему меня все убивают? Меня это бесит! Все, давайте так. Если я сейчас проигрываю, то что, блин? Разыгрываю больше Леонов или что? Что придумать, блин? Так. Ага. Бля, какой бокс убить, сука, блин. Что так сложно? Вроде для Пайпер карта, ну, сложно. Вот, блядь, чё она меня зажимает? Так, уходим. Надо бой сейчас тут ранить. Так. Ай, промазал. Да, на Пайпер, конечно. Воу, блин. Чё мне так сложно на Пайпер, не пойму. Вроде до этого все хорошо было. Так, давайте я сейчас буду поменьше комментировать и нормально отыграю. Прям отвлекаться не буду. Блин. Одна пулька даже попадет в меня, уже там минус треть хп. Давай, иди сюда. Хоть бы кто-то зажал бы кольта. На. Понятно. Тут есть кто? Блин, только не Мортис. О, там Пенни была, нифига, я не знал. Лол. Опа. А вот это хорошо. А вот это прекрасно. Так, ну я думаю, надеюсь, тут никого нет. Если что, у меня ульта, резко среагировать надо. Так, пацаны. Стримим же сегодня, да? Сегодня хоть и воскресенье, завтра на учебу, но тем не менее. Я же надеюсь, мы сегодня стримим. Вы придете на стрим? Стрим будет сразу после этого ролика. Там Бо. Бо. Ну давай, Бо, выходи. О. Yes, топ-1. Наконец-то, блин, спустя 9 минут... Я одну катку затащил. Господи, еще две, блин. Трэш. Ну, как минимум две, а там может и больше. Все зависит от того, как я отыграю. Ладно, поехали. Так, ребят, прожимайте лайк, если ждете сегодня стрим. Стрима вчера не было. Стрима. Сегодня нам надо разыграть пак. Блин, а пак, кстати, с гемами-то закончился, ребят. 1250 гемов. Но в любом случае, победителю отдам $50. Он на них может и Леона купить, и не только. Заебись. Охуенно! Как же я люблю это! Минус 5. Да. Обожаю. Конечно, обожаю проигрывать. Поехали, бой. Давно не было бомбящих, да, роликов, потому что я давно не играл в онлайн-катки, блин, на видос. И вот она возвращается, блин. Блудный сын вернулся. Твою ж медь, и опять сейчас зажмет, и мне деться некуда, бля. Собачий ты, Я сам себя в ловушку загнал, тупо зашел в угол. Все, играю без поражений, просто чекайте. Если я сейчас солью хоть одну катку,
то поставите мне дизлайк нахер. И все, и бля, это даже не обсуждается. Ёбаный рот! Чё меня зажимают, как всегда? Или эта карта не под Пайпер, или не знаю. Я уже не могу терпеть. Сука, вообще не могу просто ничего делать на этой Пайпер тут. Карта для Пайпер или нет? Что-то, блин, тяжело. Реально, вот прям... Не могу и все. Да не, нормально для Пайпер. Тут же дальники тащат, тащат. Значит, Пайпер... Ну, просто я криворукий. Так, давайте займем эту позицию. Еще на... 9 тонн хп, это мне не... Не знаю, сколько надо раз попасть, блин. Ну, 3 раза точно не... Гля, и он поджимает меня. И он меня тупо поджимает. Иди нахер отсюда, просто, свали. Все, отлично. Так, давайте зарядим патрончики. Блин, 9 бойцов еще! Да сдохните уже кто-нибудь, блин. Что вы такие все живучие, нахер? Вообще, блин, не понимаю. Они вообще играют или где-то запрятались по кустам и сидят, ждут? Все ждут причем. Давайте играйте, блин. Вот, видите... Когда я играю, все. Тихо. Так. Ну, 3 баночки уже пободрее, да? Где этот кольт? 6 бойцов. Опа, а вот и ты. Ого. О. Так. По 2600. Это вкусно. Смотрите, какой. Оп, аппетитный боец. О-о-о. Надеюсь, тут никого нет. А, помогите. Бля. Я не проиграл. Мы договорились, если я проиграю. Плюс 5. Трэш. Короче, 2 катки. Я собрался. Я собрался и максимально сейчас отыграю нормально. Фух. Поехали. Давно у меня так не горело. Реально. Блин, ну опять же, смотрите, я не могу ничего сделать. Только стал пробивать банки, сука, уже все, Леон поджимает. Просто поджимает. На. Ауч. На, не могу. Роза сверху, блин. Кто там еще? Пенни. Мне бы ульту набить. О, тут тоже кто-то уже есть. Ну такое, знаете. Куда ни пойди, везде зажимают. Ну, блин, вот в нее я уже 2 патрона зарядил. Еле убил. Так, давайте подхилимся. И, короче, убьем, наверное, Пенни. Ага, если добьем. Добил, но Нита может не дать. Ну, хотя у меня есть ульта. О, прекрасно. Так, я так понимаю, Тары тут нет, потому что Тара теперь слева. Да, Тара убила Леона, походу. Так, ну все, здесь позиция отличная. Банок у меня достаточно. Так, Тара какого-то Леона только что убила, блин. Блин, походу это тот Леон, который тогда был еще. Только сейчас-то отобразилось. Ну, блин, ну не хватает, видите, урона. Чуть-чуть. О, 5, не, ну все, это топ-1, друзья. Топ-1 и останется последняя катка. Пожалуйста, прожмите лайк, чтобы я затащил. Так, пэм, пэм. Есть. Да иди сюда. Ах ты ж, блин, гнида. Ладно, короче, надо... Надо как-то стравить Биби на Пай... Ой, на Тару. Да, надо же. Так. Оп. Так. Ну, блин, и Тара почему-то за мной охотится. О! Пум. 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 И последний урон. Топ-1! Ха-ха. Ну так были должны все каточки по моему сценарию. Но что-то пошло не так. Так, ладно. Последний бой. Фух. Бля, как же я горю от каток быстро. Поражение, все, меня уже я не могу. Меня вывозит. Так. Ну смотрите, с самого дальнего расстояния по 1800 дамажу. Ну, типа, представляете, 9 тонн прямо там бегает Роза. Ну, то есть, вообще, блин. Дэрил. Ну, Дэрил 6к, не так уж и много.
Так, ну, от Дэрила лучше держаться подальше. Мне 7 кубков надо. 7 кубков это... Какое место-то, блин? 4-6 по бэйбу дают. Да. Короче, цель топ-1, а там уже что будет, то будет. Не будем считать. Так. О, как я... В яблочко, да? Только у него ульта, не опасно так сейчас рисковать, но я... Я хочу рисковать, я не люблю скучно играть. Оп. Так, хорошо. Оп, оп, хорошо, никого нет. Но опять же, не факт. Не факт. Пам. Мне бы ульту. И мне поможет кольт набить. Отлично, ульта есть. Текс. Ебой. Найс. О. Давай, спайк, сливай ульту. Все, 4 банки. Ну все, пацаны, это топ-1. Это топ-1. Так. Фух. Привет, привет, Андрей. Да блин, зависло все. Короче, проще так его убить. Да, бля, все равно не убил. А, не достаю. Да сдохни уже. Yes. Ну все. Тут бы, каким я уже не сдох, походу все, да? Дэрил, давай. Чпок даже постараюсь. Все, наконец-то. Фух, набомбился, конечно. Ну где, где ты, Спайк? Давай. Лол. Он сейчас ультанет меня. А-а-а. Да не, ну бра, ну я не проиграю тебе никак. Никак вообще. Никак! Отлично! Yes! Все, ребят! Ой! Звуку добавил случайно. Встаньте. Да ёпта! Дайте скриншот сделать. Что такое? Да ёпта! Дайте красивый скриншот сделать. О! С 10 раза. А. Итак, друзья. Пайпер 500+. Приходите сегодня на стрим. Я не знаю кого. Пенни, Рико, Пэм. Выбирайте. Короче, посмотрим. Все, ребят, встретимся на стриме с результатами конкурса. Все, пока. Пошел загружать ролик.